На Зеленом острове собрались люди, которые своей жизни не представляют без бега. И на этот раз все они стартуют на легкоатлетической эстафете на призы правительства Омской области. 910 профессиональных спортсменов и любителей здорового образа жизни из городских и сельских школ, учреждений начального и среднего образования, высших учебных заведений разыграли призы в 5 категориях. Первая – школьники, вторая – студенты учреждений начального образования, третья – среднего, четвертая – сборные учащихся вузов, ну и пятая – команда преподавателей. У этой эстафеты очень интересная судьба. Это была раньше эстафета на призы «Омской правды». Ее город организовывал. И вот уже где-то с 2004 года, когда возникло правительство Омской области, возникла идея, потому что перед этим почти лет 7 или 8 эта эстафета вообще не действовала, ее вообще не было. И вот она где-то в это время вернулась, и вот уже на протяжении больше 10 лет эта эстафета действует. Да, это такое мягкое вхождение в летний сезон. Итак, 13 лет подряд эта эстафета каждую весну открывает беговой сезон в Прииртышье. А задач у забега несколько. Бегут в этот день для того, чтобы выявить самых скоростных и самых дружных в спортивных коллективах среди образовательных учреждений региона. Ну и, конечно, помимо розыгрыша медалей, это пропаганда здорового образа жизни, чтобы физкультура стала нормой для молодежи. Действительно, все больше и больше людей увлекаются оздоровительным бегом, ходьбой. И, я думаю, показательно увеличение количества соревнований. Я думаю, что это тенденция общемировая и, к счастью, теперь уже общероссийская, потому что люди хотят двигаться, хотят заниматься спортом, хотят быть активными. И прекрасно, что у них есть такая возможность, в том числе показать командный дух в таком замечательном командном виде легкой атлетики, как эстафета, потому что только здесь можно проявить взаимопонимание, взаимопомощь и победить только тогда, когда это будет действовать единая команда. И такая есть в училище Олимпийского резерва. За 13 минут и 9 секунд их сплоченному коллективу удалось добежать до финиша. Это время оказалось лучшим. Это не простое учебное заведение. Это считается как бы самым перспективным училищем Олимпийского резерва. Ну, учатся одни спортсмены. Ну, может, поэтому командный дух самое главное. Равные всегда есть. И непобедимых не бывает. Всегда идет упорнейшая борьба. Всегда меняются люди, меняются этапы. Ну, кто сильнее, что ты побеждает. В школьных соревнованиях участвовали 36 команд, но самыми быстрыми признаны ребята Таврической. Что касается победы в забеге среди вузов, студенты Сибирского государственного университета физической культуры и спорта в очередной раз выиграли эстафету. Лучшей командой преподавателей стала также сборная «Сибгувка». И еще немного статистики. Коллективы Таврического района, училища Олимпийского резерва и физкультурного университета за 13 лет выигрывали эту эстафету в общей сложности более 30 раз. Профессионалы знают свое дело.